У нас 1 числа прекратилось. Значит, ну тут же жалко не указано какое. Доброго времени суток, это я ночью пишу. Ну и пишу им так, знаете, кто-то есть, никого нет. Ну понятно. Все, спасибо, я слушайте же... дальше. Уже разобрался, если чего, я напишу. Не, ну добрый вечер, еще раз я им пишу. Уже вечер. Есть же другие способы. У меня проблема, есть кто-то живой, смотрите. Никто не отвечает. Опять пишу, алло, вы что там все президенту помогаете заполнять декларацию? Блин, один вопрос, ёпта, отзовитесь. Никто не пишет. Пишу, народ, один вопрос, и я отстану. Никто не пишет. Я сейчас буду угрожать. Я буду писать сообщение о помощи каждые 10 минут и так до 6 утра, если не ответите. А потом эту переписку выложу в соцсети. Иду курить и жду ответ на вопрос, какого хрена у меня светится ошибка и рубрика «Объекты нерухомости». А, так. 10 минут на размышление, время пошло. Смотрите, жду ответа, включил телевизор, 11 часов ночи. Зум, хихихаха, прикольная передача, везде реклама, ёпта, напоминаю, вопрос. Андрей, все ну, заполнил, а рубрика «Объекты нерухомости» светится ошибкой. Смотрите, это я им полночи даю им переписки все, понимаете? Есть же другие методы